Полигамия или моногамия? Много партнеров или один? Мы перевели видео, в котором люди с разными взглядами обсуждают эту тему. Ныряй по ссылке в описании и смотри, к чему они придут. «21 час в больнице». У меня такая боль в животе, такая острая, пронзительная. Старик думает, что это может быть аппендицит. Это когда надо вырезать аппендикс. Господи боже, как я надеюсь, что это не так. Да, я совсем не хочу туда ехать. Так что мы будем делать сейчас с больницей? Френи же с нами, так что... Стэнли, что нам делать? Надо ехать в больницу прямо сейчас. Мы едем, едем. Надо ехать сейчас? Да, прямо сейчас. Что это? Тут комната скорой помощи. Что случилось со мной? Там они решают, что с тобой делать. Если вы нажимаете на живот, он болит? Да. Да, понятно. Что ж, я снаружи больницы. Вышел из приемной, они сказали подождать 45 минут перед полным обследованием. Знаете, я не чувствую себя больным. Я не чувствую, что со мной что-то не так, но... Отец Кэндис прям профессиональный врач, так что если он говорит мне ехать в больницу, то вот я в больнице. Ну, у меня очень сильная боль вот тут. Понятно, понятно. Итак, что ж, она сказала, что ее волнует мой аппендикс, так что они хотят проверить, нет ли там какой-то инфекции. Так что... Дорогая, это же вроде моя кровать. Да ты выглядишь здоровым. Твой папа сказал, что шансов примерно 70%. Что это? Это проблема. Да. Итак, кто тут мистер Кейси? У меня огромные вены. Да, огромные. Раз, два, три. Я ненавижу это чувство. О, блин, это как будто тебе загоняют иголку под кожу и прямо в руку. Вот такое чувство. Ну серьезно, дорогая, какие у меня шансы, по-твоему? Ты такой ребенок. Я тебя жалела, когда тебе было больно прошлой ночью, но я тебя не жалею, когда жалуешься на укол. Это больно. Как думаешь, это как-то связано с моей новой тату? Определенно. На вкус, как испорченный юппи. Компьютерная томография. Итак, томография сделана. Теперь, не знаю, я просто... Наверное, сейчас они будут смотреть, что там творится у меня внутри, чтобы вынести диагноз, действительно ли это аппендицит или что-то другое. А ты? Плохие новости в том, что у меня действительно был аппендицит. А хорошие новости в том, что мы рано приехали в больницу. И его можно было вылечить вместо операции. Итак, в любом случае, сейчас уже час ночи. Кэндис и ее отец уехали где-то в 10:30. Меня переместили из комнаты скорой помощи в эту отдельную комнату, она прекрасна. Тут очень приятно, у меня есть телевизор и окно. Сейчас остается только ждать, так что... Я думаю, я буду просто спать, или что обычно делают в больнице до 8 утра. Окей, увидимся там. Привет. Что случилось? Ничего, просто меня отпускают домой. Значит, тебе не будут делать операцию?
Они сказали, что вероятнее всего я обойдусь без операции. Потрясно! 7 утра. 7:03 утра. Я проспал всю ночь как младенец. Я могу спать везде, но я спал особенно хорошо этой ночью в больнице. И перед тем, как я лег спать, они поставили мне антибиотики. Вот зачем эта штука, а вот эта штука. И они сказали, что антибиотики могут полностью вылечить проблему. Сегодня дежурный врач здесь. И мне сказали, если я проснусь с еще более сильной болью, чем прошлой ночью, тогда мне нужна будет операция. Но из-за того, что боли больше нет, скорее всего, все в порядке. И это офигенные новости. Так что сейчас я просто отдыхаю, жду своего терапевта, когда он придет и выскажет свой вердикт. Но да, мне кажется, я просто переночевал в больнице, принял антибиотики, никакой операции. И вот какой я сейчас. Спасибо, врачи. Вот дурочки. Окей, крутые новости. Эта история окончена. Я жду свои таблетки, и потом мы едем домой, семья приехала. Вот история моей операции. Итак, прощай, больница. Спасибо всем докторам и медсестрам за мое здоровье. Это были дерьмовые 12 часов. Спасибо вам, доктор Пу, отец Кэндис, что заставили меня поехать в больницу. Если бы я затянул, то пришлось бы ложиться на операцию. Простите, Виткон, что я опоздал. Надеюсь, вы понимаете. Не забудьте посмотреть видео о полигамии и моногамии. Ссылка в описании.